want to ask any question? Why? Want to ask and ask. Она родила меня, и через 5 лет я осталась с бабушкой. Она не воспитывала меня. She was born, but after 5 years, when she was 5 years old, her grandmother drove her. Она вышла второй раз замуж, родила сына и жила в той семье. Я с бабушкой. She had a second marriage and she had a child, another boy, and was with her another family, her mother. Через годы как бы мы стали жить вместе. After some time we began to live together. И я постоянно ощущала, что у нас нет, ну, как бы, любви дочери к матери и матери к дочери. And always she felt like there no love between mother and daughter. Так получилось, что она воспитывала сына и любила его. А потом наркотики, он умер. И сейчас я чувствую, что она еще больше стала меня не любить, потому что сын ушел, а он младше меня, а не я. And her another son, he became to use the drugs, and he died. But anyway, the love didn't happen between her and her mother, and even more hate. 10 лет я занималась бизнесом и заработала на 4 квартиры деньги, но когда мама попросила, я все к ее ногам отдала, чтобы, может быть, так почувствовать ее любовь. During 10 years, she was doing business, and she bought 4 flats. And when her mother asked to give to her some money or something, she brought everything to her. In hope that love will start. Сейчас мы остались вдвоем, живем вместе в квартире. Ей 82 года. Я бы хотела, чтобы последние дни, какие ей остались или не, мы породнились с ней, но у меня не получается. Now we used to live together. They live together now. Her mother is 82 years old, and she hopes that maybe some love start to feel it. Как мне быть? How she do? What she asking me now, last? what to do with it? Maybe. She's in hope that love becoming, because her mother is very old, and maybe her last days, months, love started growing. She's not feel love. Not feel love. But they living together. Not living.
About love you cannot do it. Насчет любви вы не можете ничего сделать. Not in your hand. Это не в ваших руках. It happened, happened, not happened, not. Это если случилось, случилось. Если нет, то нет. Love is not that thing which you want and will happen. Любовь — это не та вещь, которую ты хочешь получить и получишь. Only you can create atmosphere. Только ты можешь создать атмосферу. If you have feeling no love, or in your family no love, если у тебя нет внутри любви, то сначала создай ее внутри. And how to be fully in love? И как быть в любви? You do meditation. Делать медитацию. Meditation in your hand. Медитация в твоих руках. Love is result. Любовь — это результат. So this is just work as energy. Так что это maybe только работа энергии. Energy, и твоя энергия или ее энергия. А ваша энергия не в гармонии. Это не только с матерью, может быть, это может быть в отношениях с мужем, отцом, сыном, братом. Это зависит от гармонизации вашей энергии. Только одна вещь. Если ты хочешь быть в любви, тебе нужно быть самой в любви. Ты не можешь это создать с другими. Ты не можешь, чтобы они чувствовали любовь, заставить их чувствовать. Ты только будь собой. Приноси в любовь в свою жизнь. Тогда твоя любовь распространяется повсюду. Ты начинаешь делиться. Ты можешь... И кто чувствительный рядом, тот может поймать эту волну. Кто нечувствительный, то нет. Самое главное — это быть в любви. Если ты в любви, то другие могут это почувствовать. Твой сын, дочь или сосед могут почувствовать любовь. Area can feel love. Depend твой район можешь почувствовать любовь. So meditation saying first thing, медитация говорит, первое, тебе нужно быть самой, совершенным. Right. Тебе нужно быть правильным. If you are not right, если ты неправильный, you are not in love, если ты не в любви, не важно. To others you cannot change. Других ты не можешь you изменить. Can change to yourself. Ты можешь изменить только себя. And if you are full of love, и если ты полон любви, ты будешь наслаждаться. И если в твоей любви кто-то наслаждается, то это хорошо. Кто не наслаждается, тоже хорошо. Ты ничего не можешь изменить. Никто не может изменить другого. Сначала изменись сам. Начни с себя. Ты меняешься, и тогда другие люди вокруг меняются. В основном в миру все по-другому. Люди хотят изменить друг друга. Ты говоришь о любви. Вокруг все люди говорят «люби, люби, люби». Будь в любви, дари любовь. This is very not right thing. Но это совершенно неправильная вещь. Do love. Делай be любовь, love. Будь в любви. Be in love, okay. Будь в любви, да, love. Хорошо, но first, делай love, любовь, нет. If you in love, если ты в любви, you are full of love, если ты полон любви, and love has that thing which automatically is going out. И любовь — это та вещь, которая автоматически выходит из тебя, как аромат. Как аромат цветка.
Когда твое сердце полно любви, ты автоматически распространяешь любовь. Кто-нибудь берет ее хорошо, никто не нет так тоже хорошо. Когда ты полностью в любви, ты полностью наслаждаешься. Любовь дает тебе удовлетворение, наполненность. Тогда тебе будет хорошо. Если ты хочешь, чтобы у тебя была любовь с матерью, чтобы вы чувствовали любви, или с семьей, сначала ты начни. Сначала начни менять себя. Ты меняешься, и автоматически люди вокруг меняются. Тогда твой аромат твоей любви распространяется, и те, кто чувствителен, те будут это чувствовать. Те, кто не чувствителен, то тоже хорошо. Это не значит, что вся твоя семья точно будет это почувствовать. Может, ты полностью в любви, очень отдаешь это, делишься, но может, кто-то не чувствует этого. Кто-то очень сильно в уме, никакой чувствительности, никаких чувств не будет. Это тоже хорошо. Это не так, что вот ты чувствуешь любовь, и все тоже чувствуют. Все приходят в это пространство, в эту стадию. В этом наслаждении. И весь мир говорит тебе, делай любовь, давай любовь. Но только если бы любовь была в мире, тогда бы не было войны. А война происходит только потому, что нет любви. Когда ты в любви, то очень сложно драться. Очень сложно обижать. Очень сложно говорить тяжелые, трудные слова. Потому что любовь делает тебя цельным, единым. Когда ты чувствуешь любовь, ты един. Это по-другому. Кто бы там ни был, только ты просто распространяешь любовь. Любовь делает тебя целым. А когда ты един со всеми, то ты не можешь драться. Как ты можешь как могут драться одна рука с другой рукой? Потому что это правая рука твоя и левая рука тоже твоя. Чем больше растет твоя любовь, чем больше растет твой аромат, он наполняет тебя. Однажды твоя любовь станет очень обширной. Вся Вселенная будет в одной, в едином. Но эта любовь другая. Это и любовь, о которой говорят мастера, и которые говорят, что это разные вещи. Мастер говорит о безусловной любви. Кто бы ни пришел, любовь приходит. Даже если он один, если даже мастер сидит в джунглях, все окей. И все равно его любовь будет продолжаться, даже если никого там нет рядом. Но любовь, о которой думаешь ты, а я люблю тебя, потому что ты моя мать. А я люблю тебя, потому что мой сын. Какая-то причина есть. Какая-то вещь, что-то причина. А когда есть причина, тогда исчезает любовь. Это не любовь. Любовь появляется без причины. Мастер говорит о любви, которая не имеет причины. Сначала ты наполнись, и автоматически ты будешь изливаться любовью.
Если кто-то принимает его очень хорошо, если кто-то нет, тоже хорошо. Он просто наслаждается. Он наслаждается своей энергией, он наслаждается любовью. Как солнце. Солнце приходит, оно дает свет. Кто-то принимает солнце хорошо, никто не принимает, тоже хорошо. Он его не заботит, кто принимает, кто нет. Потому что солнце встает утром, дает свет всему миру. И вечером оно садится и уходит. И кто-то может принять это солнце, лежит под солнцем, загорает. Кто-то в тени находится, и ему меньше солнца достается, солнечного света. Кто-то в доме там вообще тоже еще меньше. Кто-то вообще просто закрывает двери, окна все, и вообще никакого света солнечного не приходит. Вот это любовь. Но эта любовь, о которой ты говоришь, это привязанность. Ты любишь ее, потому что она твоя мать. Потому что она моя дочь. Он, это мой сын, это мой муж. Если там есть причина, то нету там любви. Это возникает привязанность. И привязанность приносит боль. Если ты живешь с семьей, и не возникает привязанности. Там есть любовь, хорошо. Нету любви, тоже хорошо. И кто принимает твою любовь, ты будешь счастлив с ним, ты будешь наслаждаться с ним. Наша любовь в семье заканчивается в основном из-за привязанности. Потому что вот она должна чувствовать любовь, она должна чувствовать мою любовь, она должна меня любить. И это, любовь — это не то, что ты говоришь, ты меня люби. Моя любовь идет, моя любовь, я делюсь. Ты должен быть полностью наполнен. Изливаться любовью. И все вокруг тебя вот, в любви, ты автоматически изливаешься. И когда любовь будешь делиться, потому что любовь имеет такую природу, когда ты полон любви, ты изливаешься, делишься. И вот эта любовь выходит, еще новая энергия любви приходит. Если что-то не новое, не меняется, не трансформируется, тогда нету наслаждения там. Например, если ты пойдешь туда, где вода, если вода не течет, если она стоячая, она становится пахучая, запах появляется. Никто не хочет туда приходить. Никто не хочет трогать эту воду. Но если вода там есть и появляется новый поток воды, тогда хорошо. Тогда ты наслаждаешься. Там, где есть поток воды, ты наслаждаешься. Ты там можешь купаться. Она очень чистая, свежая. Там также и мы, наша энергия, если приходит новая энергия, ты изливаешься. И вот эта свежесть и новизна, она приносит удовольствие, наслаждение. Старость, старое становится стоячим. Свежий всегда поток. Поэтому первое, это ты наполнишь сначала любовью, тогда, если кто-то принимает, ты
счастлив, ты наслаждаешься. Если никто не принимает, тоже хорошо. Если ты не... если ты в любви, то даже если никого нет рядом, даже дерево может принимать твою любовь. А природа. Они чувствуют, природа тоже чувствует любовь, наслаждение. Да, она дарит тебе тоже наслаждение. Поэтому если мама, если с мамой случится любовь, тогда хорошо. Если, если не чувствуешь любви, она закрыта, какие-то есть условия, эго и закрыто, ты не можешь сломать это. Только ты можешь сама открыться. Если она почувствует, то хорошо. Если нет, то хорошо. Был мастер Кабир. Он пел. Вот эти слова на хинди. Он жил в очень маленькой хижине. Моя хижина. Моя хижина находится рядом с тем, кто вот, кто умирает. И что они, какая у них карма, то они получают. У всех своя карма. Если кто-то хочет любви, он получает любовь. Поэтому ты не должен говорить о о других, потому что у каждого своя карма. Если кто-то очень сильный в эго, то он будет печален. Если твоя мать не чувствует любви, если она очень закрыта, не хочет открываться. С семьей самые тяжелые случаи бывают. Очень трудно открыться. С другими людьми хорошо. Но вот в семье сложно. Потому что в семье очень много ожиданий. У нее есть ожидания, что ты должна сделать ты вот так, почему ты не делаешь это. Даже если ты делаешь, делаешь, но она никогда не остановится, она будет говорить, она никогда не скажет, окей, ты хорошо делаешь. Даже если ты делаешь, даешь ей все, она говорит, нет, ты недостаточно делаешь. Это привязанность. И если с кем-то ты, ты кому-то даешь или что-то делаешь, но у тебя нет привязанности с этим человеком, ты все равно будешь чувствовать себя хорошо. Ты, допустим, поставила новый стакан воды. Очень хорошо. Когда ты в любви, то, а когда ты в отношениях, там, любимых, ты делаешь там, ну, допустим, делал чашку чая или приготовил еду, он будет чувствовать себя, он будет чувствовать благодарность. Несколько раз скажет спасибо, спасибо, спасибо. А после, допустим, брака, свадьбы, тот же самый мужчина, та же самая женщина, вот эта благодарность заканчивается. Ты должен чувствовать благодарность. Почему ты не чувствуешь благодарность? Если даже...
До свадьбы ты, допустим, проводил с ним время, полчаса, час, сидели время вместе и вы чувствовали, вау, как хорошо. А после свадьбы, что случилось? Это мое. Моя женщина, мой мужчина, моя дочь. Ты должен делать так. И даже нету благодарности, даже говорит, ты не делаешь вот этого. Ты должен делать больше, 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 и постоянно жалобы. Ты не делаешь этого. Все родители такие. Даже если ты делаешь больше. So no need to marriage, no need to have. So no need to marriage, no need to children. Нет, so, дети нужны. Свадьба тоже нужна. Будьте в браке, имейте детей, но не создавайте привязанности. Привязанность нет. Привязанность делает моим. А мой муж, моя жена, моя мать. Там, где появляется слово «моё», любовь заканчивается. Очень сложно быть в этой стадии. Быть в отношениях, быть со своей женой, быть с ребенком и говорить, это не мое. Да, конечно, они твои дети, но внутри ты не должен говорить, это мое. Они просто приходят, чтобы быть с тобой. Какой-то маленький человек приходит в твою семью. Не знаешь, может, ты первым уйдешь, или он уйдет первым. Может, он станет 20-летним, 30-летним, и ты не знаешь, куда он уйдет. А он идет своим путем, ты своим путем идешь. Сколько бы у вас ни было времени, просто наслаждайтесь, как подарком. Но мы чувствуем контроль. Это мое, я должен что-то делать с этим. Ну, окей, научите их, как жить правильно, как жить в этом мире. Если ребенок будет чувствовать, что он хочет убежать, он все равно убежит. Сколько бы ты ни говорил неправильных вещей. Много раз происходит. Это ребенок становится плохим. Он вырастает, становится молодым, приходит в мафию. Или какой-нибудь наркодилер. Много очень плохих веществ. Но это их судьба. Они должны пойти таким путем. Это их путь. Но твоя сторона, родительская сторона, вот, просто дать им жизнь. Это только от них зависит, как они пойдут. Каким путем пойдут. Ты не можешь изменить их. Когда он понимает, тогда он меняется. Никто не меняется. Кто-то алкоголик, постоянно пьет алкоголь. И часто, допустим, происходят споры с мужем, с женой. Говорит, так много ты пьешь. Во многих семьях такое происходит. Но мужчина не слушает. Мужчина продолжает пить. И он слушает только тогда, когда понимает. Нет понимания между друг другом.
У них еще нет понимания, что алкоголь – это плохо, наркотики – это тоже плохо. По-другому, без понимания, не происходит изменений. Изменения происходят только у тебя внутри. И только если ты сам изменишься, есть небольшая возможность, что другой может измениться. Твои вибрации очень позитивные, очень светлые. Тогда может есть возможность, что другие вокруг тебя изменятся. Это случается со всеми вами, во всеми саньясами. Кто-то встречает медитацию мастера, и постепенно приходит 1, 2, 4, 5, иногда вся семья приходит в саньясу. Если ты изменишься, другие, у них есть возможность измениться. Но ты не должен насильно заставлять кого-то меняться. Сначала изменись сам, потом, тогда будет хорошо. Если, допустим, твой сын наркоман, скажи с любовью. Даже если он сам знает, что наркотики – это плохо, кто принимает алкоголь, наркотики, они очень хорошо об этом знают. Они сами хотят это закончить. Но приходит вечер, ночь, и они идут, автоматически идут туда, в магазин, чтобы купить вино, даже если они не хотят это. Потом утром они просто просыпаются и говорят: нет, никогда больше не буду пить. А потом вечером опять вино покупают. И они поймут, у них понимание придет, если они примут что-то большее, чем вино, лучше, чем вино. Если они, допустим, начнут медитировать. А у них нет любви, поэтому они идут за наркотиками. Этот человек не умеет любви, поэтому он пьет. Любовь – самое сильное вино. Ты будешь пьян от любви. Что-то случается. Нет нужды куда-то идти. И когда приходит любовь, вот это вот эти наркотики, алкоголь, все это заканчивается. Потому что любовь. Вот столько людей вокруг пьют вино, алкоголь. Они просто ищут любви. Они хотят любви, но не получают. Поэтому они идут и: о, хорошо, я выпью вино, может быть, мне будет хорошо. Ну да, на 2-3 часа. 2-3 часа они опьянены, они забывают обо всем. Вот, вот спустя 5 часов, допустим, они опять приходят ум, приходят страдания, переживания. И кто пьет, они хотят любви, но не получают. Только если ты чувствуешь любовь с ними, чувствуешь милосердие к ним, сначала ты наполнишь любовью, и твоя любовь автоматически будет распространяться. Если ты будешь говорить постоянно: меняйся, 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 ставь наркотики, алкоголь, ничего нет. Они не услышат тебя. Но это не значит, что вот если ты там,
и чувствуешь любовь, они точно примут это или нет. Когда твое время приходит, ты начинаешь делать медитацию. Когда приходит время другого человека, они тоже делают медитацию. Но не вовремя ничего не происходит. Не беспокойся о других, беспокойся о себе. Не надо делать других здоровыми, сначала будь здоровым сам. Ты счастлив, тогда это хорошо. Но все, весь мир хочет изменить друг друга. Все хотят вокруг люди друг друга изменить. Поэтому получается больше насилия, больше борьбы. Ну вот почти... Мы стоим на пороге войны, вот не знаешь, когда может следующий момент Америка на Иран сбросит бомбу и все. Война началась, все готовы. Но что-то останавливает это. Но это в любой момент может случиться. Когда случается мировая война, это значит, что любви не осталось. Когда все люди живут позитивно, радостно, в наслаждении. Но если нет любви, эго что-то хочет сделать, что-то проконтролировать. Потому что это внутри у них, вот они вот такие. Поэтому не переживай о других, переживай о себе. А ты изменишься, и мир изменится. Если ты не изменишься, другие тоже не изменятся. Если ты любящий, возможно, твоя мать тоже станет любящей. Может, твоя дочь. Чувствовать любовь хорошо, не чувствовать тоже хорошо. Это не в твоих руках. Когда придет их время, они начнут чувствовать это. Как, вот как все это идет, освободи, отпусти это. Не надо об этом думать. Как прожила мама твою всю жизнь, так она и будет ее жить. Если она должна измениться, то изменится. Иначе будет очень тяжело. Если вот всю жизнь ты прожил, нет любви, и в конце ты хочешь быть в любви, очень сложно это изменить. Или ты начинаешь медитацию, допустим, когда твое время приходит. Когда твоя удача приходит, медитация наполняет тебя любовью, изменяет тебя, меняешься ты, меняются и другие. Иначе, вот, допустим, весь мир говорит, мы меняемся, все меняются. Эти слова звучат уже веками. Даже напиши вокруг везде «любовь, любовь, любовь». Столько книг о любви, столько разговоров о любви, но любви нету. Почему? Потому что... потому что о любви не надо говорить. Кто имеет любовь, он не говорит о ней. Он просто наслаждается. Он идет с любовью. Он смотрит с любовью.
talking, loving, whatever he do is love. Что бы он ни делал, он делает это в любви. But if you are full of love, и если ты наполнен любовью, тогда no need to worry about others. Даже нету нужды беспокоиться о других. Это их карма. Как они живут свою жизнь, они свободны в этом. Когда ты делаешь медитацию, и ты вот сидишь и полон любви, что с тобой? Ты постоянно в таком хорошем настроении? Ты постоянно в любви? Если хочешь сделать, вот подключайся. Если он захочет сделать, то сделает. Если нет, то без проблем. И вот я хочу сказать, есть книга, дискурсы, запись моих дискурсов. Если ты хочешь, чтобы твоя мама изменилась или кто-то изменился рядом с тобой, просто поставь эту книгу на стол. Не давай им в руки. Не показывай нарочно. Просто случайно кого положи на стол. Может, ты не будешь находиться дома, твой муж возьмет это и начнет листать, смотреть. И ты не знаешь, может, какая-то строка, какое-то предложение его зацепит. Поэтому это хорошо. Сначала возьми книгу, прочитай сам, потом просто поставь это. Если ты вот как подарок насильно дашь эту книгу, то никто не изменит. Может, он наоборот скажет, нет, это, мне это не надо. Это неправильно, начнет спорить. Это плохо делаешь. А если у кого-то есть эго, но в семье у каждого есть эго, мама с отцом, жена с мужем, во всех семьях это происходит. Это не значит, что только в твоей или вот в этой другой вся семья такие. Очень много борьбы и очень мало любви. Если медитация происходит, то, возможно, будет больше любви. Потому что медитация заканчивает твою привязанность. И вы становитесь друзьями. Когда вы друзья, тогда любовь случается легко. Вот когда в отношениях, и если ты хочешь, чтобы твоя мать была более любящей, будьте друзьями. Просто будьте как друзья. Если кто-то с тобой находится хорошо, если нет, то тоже все хорошо. У всех своя собственная жизнь. Мы никого не можем контролировать. Все свободны. И если ты кого-то даешь кому-то свободу, ты сам освобождаешься. И так случается. Есть вопрос о любви. Молодой человек, а его отец очень сильно пил по много лет. И молодой человек, у него был опыт в аюрведической медицине, и он принял какое-то лекарство, которое немножко похоже на яд. И он дал это, тайно дал это лекарство отцу.
И тот, когда выпил алкоголь и выпил это лекарство, у него случилась тошнота. И через 2 месяца отец перестал пить алкоголь. И вот вопрос в том, это же... Это тоже любовь, когда ты даешь кому-то яд. Это тоже это большая любовь. Да, конечно, ты не говоришь это. Но ты внутри хочешь ему хорошего. Ты не делаешь ему плохих вещей. Не делаешь ему хуже. Делаешь его здоровее. Он хотел, чтобы отец закончил с алкоголем. Поэтому внутри, как ты себя чувствуешь, это любовь. И он бы, если сказал отцу, вот я даю тебе лекарство против алкоголизма, он бы, тот никогда бы не принял это. Это такая же ситуация, как я только что сказал, с книгой. Просто поставь ее и никому ничего не говори. Не говори, это медитация, это мастер, это хорошо, это хорошо. Просто поставь. Вот тайну. И забудь об этом. И кто хоть должен это принять? Может, один раз прочесть, два, три раза. Может, кто-то вообще не прочтет. Кто чувствителен очень и кто хочет изменений, он примет это. И это очень правильно. Этот мальчик поступил очень правильно. И он дал ему это лекарство, чтобы закончить его алкоголизм. Ну, так случилось. Как ты сказал, вот я недавно вспомнил, мой отец был очень сильно пил. Он пил и потихоньку он перестал ходить в магазин. В 7 утра он просыпался, в 8 утра открывался на магазин алкоголя напротив. И он шел прямо туда. Он даже не чистил зубы, он сразу шел в магазин напротив, чтобы взять вино. Он просто, ну тебе нужно даже просто умыться же сначала после сна. Он просто вставал с кровати и шел в магазин напротив, чтобы взять вино. И спустя 2-3 часа он вот заканчивалось вино. Он шел к другу рядом, который вот в минуте ходьбы от него находился, и они начинали опять пить 2-3 стакана. И много раз мы его находили, кто-то приходит к нам в дом и говорит, о, твой отец там на улице валяется. Мы его просто подбирали и домой привозили. И я всю жизнь боролся с отцом. Оставь алкоголь, оставь. Но он не слушал меня. И потом, когда я начал медитировать, когда он видел мои изменения, спустя 2-3-4 года после того, как я начал медитировать, его алкоголь начал уменьшаться, и он и курить начал бросать. Вот он, допустим, пил постоянно и сигарета. И сигарета закончилась, и он... Никто ему ничего не говорил, он просто закончил курить, закончил пить алкоголь.
И он даже стал более полным, тело стало здоровее. А я, когда был молодым, я помню его только очень худым. Когда он закончил, он стал вот как он, таким круглым, здоровым. Очень быстро изменился, и никто ему не сказал ничего. Оставляй или не оставляй. Он сам автоматически начал меняться. Даже не говорили ничего ему. Его алкоголь закончился, курение закончилось. Никто не говорил ему «заканчивай». Потому что всю жизнь моя мать и мы, его дети всегда говорили ему «ставь, оставь», и он не слышал никого. Когда он начал понимать, тогда он бросил, и это правильно. И иногда вот празднование какое-нибудь случалось. Ему даже предлагали на каком-нибудь празднике выпить, он просто отказывался. Много семей в Индии, которые такие. Мой дядя умер, потому что страдал алкоголизмом. То есть он пил алкоголь и жевал табак, и у него случился рак гортани. 45-50 лет ему было. И он каждый день пил. Я не говорю, что это неправильно. Они просто не... У них просто нет любви. Они ищут, где я могу получить любви, где я могу получить расслабление, где я могу быть более расслабленным, отдыхающим, спокойным, простым. Они не получают этого. Получают это из наркотиков, курения, алкоголя. When I was about 22, I was in the darshan, and Osho told me, Prasad, man's life is like your own. Когда мне было 22, Оша сказал мне. And I was a meditator. Then when he left me to the United States, I went to 91, but he was not still open, so I spent my time in California. And there I started with darshan. And after I went back to Italy and for 15 years I've been addicted to heroin. But it happened to me like a year. I was in Sri Lanka, and then I took the syringe and I threw it away and I said, no more. Finish. Not even one thought. Потом однажды просто я все это бросил и все это закончилось. When your understanding came out. And then I started with meditation probably. I talk about my father. I'm like also that. I was very drunk. Я говорил об отце, но я тоже сам был таким. Я сам выпивал. My friends are we together every week. Мы с друзьями каждую неделю выходили куда-то. И какой-то однажды я просто начал медитировать. И был холи праздник, и мы ходили по друзьям, у меня очень много друзей. И где бы я ни был, все вот мне давали просто один стакан алкоголя, вино, там еще что-то. наше индийское вино не такое, как... Оно очень сильное, сильнее, чем европейское вино. Я 40-50 стаканов выпил за день.
И это очень сильное вино, сильнейшее. А я пошел к очередному другу и там просто лег. И три дня подряд я не просыпался. Я просто вот чувствовал голод немножечко, покушал, потом вырывал, потом умывался и опять ложился спать. И вот так на протяжении нескольких дней. И вот это чувство приходило, вкус вот этого, я хотел просто вырвать. Это был последний мой раз, когда я принимал алкоголь. Это был самый большой опыт. Вот как этот парень, который дал своему отцу лекарство, и тот постоянно при приеме алкоголя вырывал. Вот, и вот я вот так, точно так же. И это было не очень хорошо. Вино все выходило вот наружу. Это был самый сильный опыт. Это был мой самый последний момент. Это было слишком сильно, слишком много я выпил. Если люди по чуть-чуть пьют каждый день, а я вот полностью. Если по чуть-чуть не случается ничего, вот, а я вот полностью решил. Если пьешь, пей полностью. Если ты смеешься, смейся тотально. Люби тотально. Тогда ты понимаешь, что это такое. Если по чуть-чуть, ничего не случается. Если ты любую вещь познаешь, если ты тотально погружаешься на 100%. В омут за головой, да? Окей. And next 2 days will be not satsang, Tuesday, Wednesday, you have break. And who want to come, sit here, silent, 1 hour, 10:30 to 11:30, or 20, you can sit. Just count, sit, 1 minute. Завтра, послезавтра будет перерыв, и кто хочет прийти сюда, просто в тишине с 10:30 до 11:30. Можно просто прийти, слушать свои мысли, слушать свою тишину. Я говорю, буду путешествовать, могу ли я в другом месте просто в это же время также сидеть в тишине? Сидеть в тишине везде хорошо. Если вот, я имею в виду, если я в это же время буду со всеми медитировать, если ты связан с другими, если кто будет сидеть здесь, допустим, тоже, конечно, что-то случается. Например, каждый день у нас сатсанг. Иногда даже просто без меня даже посидеть здесь очень тоже хорошо. И кто-то, если хочет поехать вокруг Гоа, в Гокарну, вы свободны, но вы хотите посмотреть Гокарну? Или будете здесь, в своей комнате? Okay. Put music now.